первой минуте игры шайба оказывается в воротах противника. Уже через 3 минуты шахтеры дали сдачи, сравняв счет. Клюшка к клюшке, долго идти у соперника не получилось. По итогам первого периода счет 4-2. Второй период в разгаре, а на табло все тот же отрыв в 2 очка, 7-5 в нашу пользу. Очень динамично хоккеисты и металлурги в этот вечер делили лед с командой «Шахтер» в рамках открытого чемпионата города по хоккею. Тактика одна – побеждать. Сопернику не помог даже буллит. Такую возможность забить пару шайб на корню оборвал наш опытный вратарь. Мне кажется, сегодня больше, наверное, сработал опыт первого звена. Ну и была удача. Хорошо забит гров. Ну и в нашей команде вратарь сегодня хорошо вытащил буллит. Достаточно хорошо отыграл, отразил много выходов 1-1. Вратарь тоже сегодня был 100%. 2 очка всю игру отделяли соперников от наших титановых клюшек. Такая тенденция сохранилась и к финалу. Счет 10-8 в пользу металлургов. Поздравляем с победой и точим коньки к следующему матчу.